Даша решила скушать грейпфрукт. Разделает его, значит. Смотрите. Вот какой здоровый, во. Вкуснейший грейпфрукт. Она говорит, что он жир сжигает. Типа... Там... О, какой большой. У него такой цвет еще ядовитый. Жесть просто. Она говорит, что он сжигает вес. Полезный, это такое. Я кушал его, но я с сахаром ем такую тему. Он такой горький. Думаешь, он вкусный? Конечно. Я буду кушать сейчас грейпфрукт. Нет, неправильно. Грейпфрукт. Нет, неправильно я говорю. Грейпфрукт. Грейпфрукт. Пробую. Вообще, да. И такой горький. Просто вкус я такой, она горькая. После зефирины это... Яблочком закушу. Сладеньким. Ты можешь его целый съесть? Ну, глаз попал. Это полезно. Это тоже. Это пимка. Когда грейпфрут попадает в глаз, это полезно. Ты его целый съешь? Ты можешь съесть целый грейпфрут? Съедать. Берешь и съедаешь целый грейпфрут? Да. Жесть. От него ожога потом нет? Нет. Понос? Нет. Может быть... Может быть потом сон там, не знаю, перебивается. Или хочет забегать вверх-вниз. С первого этажа на второй. Нет? Тебе странно, но это... А, понятно. В общем, значит, Даша съест весь грейпфрут, а я съем яблоко еще кусок. Лучше этот. Что? Юхимбин, который в этом. Энергетик у тебя был, он юхимбин? Угу. Вот в этом. Тоже ты сегодня купил. В моем энергетике была вот эта фигня? Нет. А, в моем энергетике... Помнишь, мы с тобой покупали энергетик, был этот юхимбин? Да, это такой фрукт. Он растет. Йохимбин. Это в энергетике такая штука, ну, там в составе есть. Это усиляет чувство голода и повышает плане активности. Но чувство голода он может повышать и не повышать. Удаляет, утолять. А вот повышать сексуальную активность. Я за Йохимбин.